помощи Ханзы Иясу смог избежать опасности. Спустя несколько лет Иясу столкнется в битве с наследником Нобунаги, Хидеёши Тайтоми, за влияние над территориями. Узнав о том, что клан Санада вступил в заговор с Тайтоми, чтобы свергнуть Токугаву, Иясу послал Ханзу на базу Санада в Уеда, чтобы раскрыть заговор. Письмо. Ловушка. Дашь. Ловушка. The floor. Дашь. Следующая комната. Кажется, там слишком много шума. Я слышал, что посланники Тайтоми часто приходят. Не стоит задерживаться.
Следующая комната. Тайное письмо очень важно для клана Санады. Лорд Юкимура должно быть под давлением. Дальше туда.
У меня есть кости. Я проткну тебя. Теперь я сражу тебя хладнокровным движением. Тень должна помочь своему хозяину достичь его цели. Не поняв этого, ты не сможешь меня победить. Думаю, стоит увидеться с остальными. Что привело тебя сюда, ниндзя? Молчание приведет тебя к смерти. Цель уничтожена. Хорошая попытка, но безрезультатная. Схватить его! Мне придется уйти сейчас. Какого черта?